Оренбургский, нет, не пуховый и не платок, а Александр Асташонок. Чем занимается певец после разрыва с группой «Корни» и будет ли он петь, Саша рассказал в эксклюзивном интервью «Про новостям». И вновь один остался, и разбежались люди. Сейчас он чувствует себя как цветок, пересаженный в отдельный горшок. Александр Асташонок отпахал 8 лет в колхозе «Корни» имени Игоря Матвиенко. Я теряю корни. Решил, что с него хватит. Пора из ударников группового труда перерастать в фермера-единоличника. Я знаю, что, например, Леша Кабанов чуть ли даже не плакал, пытаясь вас отговорить. Плакал Леша? Нет, Леша, конечно, не плакал. Зато плачет теперь сам Александр от смеха. Совсем не по заветам профессора Преображенского. Асташонок читает за завтраком свежую прессу. А там выясняет, оказывается, ушел он из «Корней», потому что его бросила жена Елена за инфантильность. Как вы видите на этих эксклюзивных кадрах, у Саши с Леной все явно близится к разводу. И вот мы теперь дружно веселимся и собираем такие статьи. Если можно, еще побольше напишите что-нибудь интересное. Потому что нам нужна вот такая стопка дома для архива, потом показывать нашим детям. Я считаю, что он в какой-то степени еще ребенок. Я немного старше Саши, и мне приятно, что иногда я просто ему помогаю как, ну, конечно, не хочу сказать как сыну, но как более молодому человеку. И не дай бог вам спросить у Александра о творческих планах, если у вас не очень много времени. Потому что планов у него, как студент ГИТИСа, Асташонок ставит спектакль, как певец записывает альбом. Дуэт с Павлом Артемьевым, такое возможно? Мы с Пашей об этом говорили, что там вдруг ничего нет невозможного. Вот в жизни все может быть. Драм-кружок, кружок по пенью и продюсировать есть намерение. Но это все, конечно, потребует вмешательства еще какого-то профессионального человека. Не исключено, что это будет Игорь Матвиенко, просто мы еще с ним об этом не говорили. Так что, Игорь Игоревич, если вы мне поможете добрым словом, добрым делом, я буду вам, честное слово, очень признателен. За свои 28 лет выходец из Оренбурга певец Александр Асташонок успел поработать с телеведущим, танцором, а по первой профессии он бухгалтер-экономист. Богата на неискоренимые таланты земля оренбургская. Алина Элиджи, Евгений Филиппов, Муз-ТВ.